Ну что ж, сделаем пробную проверку. Может, кого-нибудь зомбиков найдем. О, что-то подглючивать начало. Это хорошо. Давай, давай, подглючивай, подглючивай и веди ко мне зомби. Желательно орду. Верда. Орду хочу. Давай орду. Плесень остроутская. А масло что, только со второго слоя выпадает или с третьего? Ага, вообще ни с какого. Чудно. Милота. Не, ну два масла это уж перебор, ребят, вы чего? Я масло хочу. Масло, 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 масло. Масло масляное. Ну дайте мне масло, ё-моё. Садюги не хотят. Мы в мусорке покопаемся, может что-нибудь найдем полезное. Да, нашли. Ничего. Так, а чё, чем это я забился? О, у меня двигатель есть зеленый. Все, улечу в космос. Улечу на Татуин, буду плясать, как бабуин. Так, это некуда положить. Так, а чё бы не выбросить вообще? Так, ткань сюда. Ладно, фиг с ним. Ткань буду коллекционировать. Она очень важная вещь. Нафиг, правда, нужна? Ладно. Уголь. О, песок, да, конечно. Обалдеть, как мне нужен. Всю жизнь о нем мечтал. А что еще выкинуть? Так, таблеточки не надо. Аптечка точно нужна. Камушки. Я в шахте насобираю. Вы не против? Насобираю так, что аж будет тошнить от них. Так, это вот так закинем. Кожу сюда. Карту клада сюда. Омлет ам-ам. И где моя вода? Нет. Воду он не хочет, это зараза. Давайте сразу тогда воспользуемся шансом. И 4 вот таких вот водички сделаем. Очень хорошая водичка. Прям таки шикарная. Вот только где зомбякинский, чтобы мне звук проверить. Это так, запись, друзья мои, я выложу разное. Это я пробую опять еще одной программкой, как говорится, помурштуриться. Порекомендовали одну программку и сказали, почему у меня, по сути, по ходу дела, не было звука на этом мандикаме. Судя по всему, из-за того, что у меня колонки и микрофон как бы отдельно. Ну, долго объяснять. У меня такая система, то, что я говорю по микрофону в наушниках, а колонки отдельно подключены. Вот поэтому у меня звука нет. То есть надо и наушники включать, и то, и все сразу. Ну, не знаю, мне как-то это лично лень делать. О, зомбик, 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 зомбик. Зомбики, зомбики, зомбики. У вас там много? Отлично. Это я так, просто, ребят, выложу по приколу. Так, по идее, должно быть потише. Эта серия будет, как говорится, так. Между делом говоря. Куда побежал? Еще один тут бегает, понимаете ли. Да, уж проверишь, с вами звук называется. Вы хоть полноценную серию делать по убийству спортсменов. Эй. Че встала? Ага. Разбежался. А ну, конечно, это как-то грубо звучало. Мы танцуем, мы танцуем. Кого на... Ой-ой. Кого замахиваешься? Я с тобой потанцевать хотел.
Все, лежать. Еще один танцор. Что, школу вальса закрыли? Так. Ладно, если серия будет звучать нормально, я ее выложу. Ну, это так, по приколу, друзья мои, еще раз говорю. Выложу в один день две серии. Ну, еще одной программулиной пользуюсь. Надо проверить со звуком, потому что мне это уже начинает надоедать. Seven Days бывает орет, как не знаю что. А, да, зашибись, трубки взял. Мне вот жир нужен, а не трубки. Вот это точно. Ну, по максимуму мясо мне точно не нужно. А вот кости пригодятся. А то ноги ломать я люблю. Лишние кости, как говорится, запасные лишними не будут. Так, все, все, больше никого нет, что ли? Ну ладно, святое масло выбросил. Я тут машин столько раздербанил, масла толком не нашел. О, теперь ему жарко. Я пока понял почему. Еще бы ему жарко не было. Пальтишко-то таком. Походите. Летом. Ой, я тут в магазин зашел, там кондиционеры сломались. Там такая духота, ё-моё. Мне аж дурно стало. Как раз на улице холодно было, заходишь, там дышать нечем. Выскочил оттуда пулей, еле отдышался на улице. А народ стоит, потом покрывается там, просто не знаю, загибается. Ай, жесть какая. Так, что мне сюда можно поскладывать? Пить, пить хочешь? О, молодец. Давай, давай, друг мой милый. И кушать, 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 кушать. Не хочет. Ну ладно. Надо повышать нам wellness, надо повышать стамину. Я хочу наконец-таки съездить в город. 8 вудфреймов. И 20 этих. А, я бы сказал пару слов про себя самого. Я еще думал, что выбросить. Так. Я говорю, эта серия такая вот, типа, бонусная. Это я проверяю звук. Экспериментирую с ним. С разными программками для записи звука. Очень тяжело мне подобрать программу, потому что мне приходится вообще без драйверов, по сути, на звук с этими программами работать. Вот представьте теперь себе, что происходит, по сути. Когда программка начинает обращаться к драйверам, если собственных драйверов у нее нет на звук, то выходит небольшой кейс. Здрасте, а вы кто у нас? А у нас посетитель, я так понял. Плохой посетитель. Не, почему? Хороший, кстати, он мне дверь открыл. Да. Так, продукты не все съели. Иди сюда. Да, по голове попасть ему тяжело. О, ну, спасибо. Эй. Так, скоро 20.00, надо бы отсюда сматываться. Что у нас там? Продукты питания. Как круто. Чай зеленый, чай красный. Так, кстати говоря, вот я чай зеленый, чай красный буду брать. Да, я согласен, ими не питайте, не пейте много меда. У вас персонажик может случайно помереть. Я уж тут помню так. Не понял из-за чего, потом только дошло. Ну, а я это, как говорится, умею. Вдруг резко неожиданно я откопытился. У меня была там такая некрасивая нарисована фигурка. Я никак не мог понять, чем ее вылезть. В итоге наглотался всего, чего только можно. Я за это сделал. Хотя кто бы сомневался. Жалко, я не записывал тогда. Ну, хотя там что там? Сколько? Буквально минуты три прошло. Ну, что-нибудь продуктов дадите хотя бы полезное. Purifier Water. Гвозди. Вот мне только гвоздей не хватает. Не, хотя гвоздей как раз мне не хватает, ну да ладно. Откройте сезам. Витаминки дайте. Жадные какие. Это спасибо. Вот за витаминки спасибо.
А, у меня же таблеток здесь нет, точно. Это возьмем, это возьмем. Что там, механик части у меня? Ага, с тобой. Я подумал так, я не буду строить мост все ж таки. Этот, разводной. Ну его нафиг. Я лучше так, по блокам попрыгаю. Придумать частично вот такое же, как в эксперименталке, можно. В эксперименталке, видите, я экспериментировал. То есть, изначально оборону я доделал только здесь нормально. То есть, я смог додумать, как сделать оборону такую, чтобы можно было хотя бы лутать орду. Потому что орда здесь это единственное, то, что вам дает ресурсы нормальные. Не знаю, посмотрю после этого, начну ли я снимать эксперименталку или нет. Еще даже сам не решил. Я промолчу, можно? А то это как-то бредово все смотрится, но да ладно. Ну что ж, дорогие друзья, это была такая маленькая мини-серия. Это как будто бонусная такая серия. Я сейчас поперся домой уже. Я просто проверял запись на звук. Выложу ее как типа такой маленький бонус мини-орду или как назову, там посмотрим. Что ж, как говорится, всем удачи, всем пока.